торжественный развод оперативных сотрудников, милиционеров, ну и общественных работников, или кто мы там такие, просто общественников. Ну, мы одни из первых, видать, потому что что-то никто еще не собрался, получается. Крок тут все, короче, кому не нужно. Привет маме. Это машина. Что, сфоткать? Не, уже сфоткал. Давай, тебя возле машины поедем. Ну, привет. Привет. Самый главный оперативный сотрудник. Вы как тебя там, СБУ называли? Или? Ага, СБУ. Сейчас, подожди. Оксаночка, вы у меня больше... Ты куда принимала, смотри. Это группа поддержки? На автобусе? Нет, это так, мимо. Я взял. Кэнон взял. 500 я взял. Вы граждан на везде, право дорожного движения, не работник ГАИ, работник милиции. Все, а так сразу, сообщение на телефон 102 о том, что в обувном магазине по проспекту Ленина неизвестные лица с применением предмета, похожего на нож, забрали выручку, и этих лиц было двое. При отработке территории совместно с Алабаем работник патрульной службы буквально через квартал задержали двух граждан. При них находилась выручка, вещдок изъят, преступление раскрыто, направлено в Главное управление. Информация предоставлена
грамоты на поощрение этих членов общественных формирований. Покрышки с собой надо брать. Макс, покрышки надо с собой брать. В том числе и детям. Есть реальные факты. Составляли протоколы. Отказывается открывать. Быть прозрачным. Вот и все. А где Рома мой? Вон он снимает, где мой Рома? Так что я так думаю, что их можно будет встречать. Сколько вывез? Человек 20. Ну, а вот этот штурм, наверное. Когда это было?